В чем наша совершенная молитва на данном этапе? Мы об этом только и говорим. Мы все время говорим только об этом. Нам нужно понять, что только правильное наше обращение к Творцу нас спасет. Спасет нас, значит, приведет нас к ступени отдачи. А сейчас нам отдача представляется какой-то такой большой прибылью в наших получающих келим. То есть мы просим совершенно неправильно. Так как же мы можем преобразовать себя, прежде чем мы получим духовную силу? Как я могу просить у Творца силу отдачи, если я ее не хочу? Это посредством зависти, страсти, тщеславия, то, что мы чувствуем в десятке. И тогда я формирую себя с помощью десятки так, что я включаюсь в них в силу поручительства, и с помощью этого я включаюсь в нашу общую молитву. И на нее Творец наверняка отвечает. Мы не можем сейчас из одного этого отрывка, который мы прочитали, понять все то, во что мы вошли. Нам нужно продолжать.